Переключимся на Сергея Жигалко. Там, видимо, уже началась вторая партия. Я не знаю, как закончилась первая. Перед этим туром мы озаботились тем, как же все-таки узнать результат всех партий. Но я надеюсь, что гонцы принесут вести с турнирных полей. Давайте посмотрим, как Сергей Жигалко играет. Так, не знаю, честно говоря, что это был за дебют. Жигалко играет белыми, и черными играет у нас Савченко. Ладья d1. Поддавливают белые. Очень серьезно, потому что по вертикали d, смотрите, какое давление. Конь на d7 дрожит и гнется, а если он уйдет, то пешка c5 рухнет. Давление очень серьезное. Борису Савченко сейчас надо проявить весь свой талант. Ну, ферзь c7, наверное, как-то аккуратно. А он ферзь b6 играет. Так, минуточку. Минуточку. Здесь, наверное, пока черные не создали угрозу рокировать, но пока, видимо, собираются взять на b5 один раз. Так, как-то надо усилить на наступление. Так. Справа и в челюсть вроде рановато, да? Я имею в виду жертву на d7. Но что-то надо сделать. Может быть, слон g5 какой-то ход. Слон c6. Ну так ферзь c6. Это вроде бы не страшно. Ага. Усилил давление на пункт c5. Я, правда, не вижу прямого опровержения хода ладья. А, нет, на ладья a4, ладья c5. Сыграем и дадим мат на d8. Так, что же делать? Ладья d8, вот как раз укрепляется. Укрепляется Савченко. Ну, между прочим, достаточно резонно сыграл. Слон c5. Ай, браво. Выясняется, что он не укрепился, а подставился. Наоборот, ладья на d8, видите, слабая. Нет взятия на c5. Да, значит, все зевнул. Значит, все зевнул. Не исключено, кстати, что и не было спасения. То есть, очень уж черные подставились, подвесились. И теперь, конечно, у белых и лишняя пешка, и... Скорее всего, решающая атака. Ну что, может быть, Сгорин пешку на А4 съесть? Я уж не знаю, что порекомендовать черным. Ну, там просто слон бьет Б4. Сохранили лишнюю пешку. Черные рокировать, видимо, не смогут. В общем, в данной ситуации Жигалко не должен упустить своего. Ферзь А4 побил. Ферзь А4 побил. Ну что, слон бьет Б4 надо, да, сыграть? Может быть, там конь c6. Вы знаете, я думаю, вот какая идея. Конь c6 и ладья на d8 будет защищена. Потом этот конь с d7 сможет отпрыгнуть. Ну, между прочим, белые холодно сыграют, слон a3. Все равно черный король окажется отсечен, и рокировки не будет. Да, Сергей так и поступает. В общем-то, вполне очевидные ходы, но когда играешь за доской, поневоле перепроверяешь себя. Это вполне нормально, особенно в ситуации, когда цена хода исключительно велика. Слон a3. Слон А3 это первое, что напрашивается. Может быть, есть и более жесткое какое-то решение позиции, но может быть, оно и не нужно. Так, Сергей, не надо надолго задумываться. Здесь сопернику надо решать какие-то проблемы. Ну, слон А3 сыграл. Потратил 15 секунд. Ну, хорошо, есть еще какой-то запас. Так, Борис, что же будем делать? Может быть, Е5 и конь Д4, вот как-то так попытаться все перекрыть. Нет, конь Е5 играет, нападает на белого ферзя. Так, ну что, как у нас насчет комбинаций волшебных? Так, ферзь d8, конь d8, нет, вроде там мата нет, конь e5, ладья d2, тоже вроде сразу ничего не происходит. Но может быть просто отойти ферзем, скажем, на e2. Вот не надо комбинировать там, где это не является необходимостью. Не стоит играть слишком умно, здесь достаточно такое простое практичное решение надо принять. Ферзь e2. И все будет нормально. Сережа, ну как же ты тратишь время? Ну невозможно же смотреть на это без нервов. Оставь нам хоть немножко нервных клеток на старость, а? Они же не восстанавливаются, как известно. Медики нам говорят. Ай-яй-яй-яй-яй. 40 секунд уже. Сережа, соберись. Ну вот этот ход можно было сделать ровно за одну секунду. Зачем он потратил так много времени? Я не понимаю. Ферзь f3. Так, ну что, конь ладья d1. Вообще, на самом деле, просто ферзь бьет d1. Я думаю, дает большой, громадный перевес в окончании. Но ладья d1 это самый, конечно, принципиальный. Так и ферзь d3. Вот важно ладью на d1 не зевнуть. У черных сохраняется одна, но очень болезненная проблема. Ладья с h8 никак не выходит. Ферзь c2. Ну, вы знаете, еще раз повторяю, и в окончании, конечно, у белых будет большой перевес, но во всяком случае черный не получит мат. Король f1, так.
размен на d3. И, наверное, просто король d7. А, король d7, конь e2. Там можно вторую пешку потерять. Конь c2. Куда ж ты маленький, а? Ну, наверное, разменять этого злобного слона. А слон-то уходит. Смотрите, видите, белый держит черного короля вот в этой петле, в этой тугой петле. Ладья c3. Так, минуточку. Конь e1. Вот это фантастика. Ну, если с конем на 1 можно играть в шахматы, тогда, ну, значит, совсем уже... что такое? b4. А если слон бьет b4, там ладья c8, да? Там дело в том, что угрожает ладья c8, и черные без ладьи могли остаться. Фантастика. Фантастика, что вытворяет Савченко. Это похоже на цирковой номер какой-то. Так, если слон бьет b4, тогда ладья c7. Пренеприятнейший шах. Пренеприятнейший. Король e8. Вот что приходится делать, да? Шах-шах. Ну и пешка b прошла. Ой, что ж ты делаешь, Сережа? Три секунды. b5. b5 сыграй. Так. Напал на коня. Напал на коня. Конь c2. Конь b3. b5. b5. Пешку гони вперед. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Ну, слон бьет b4, наверное. Слон бьет b4, тогда ладья, ладья b7, видимо, побеждает. Так. Конь d2, конь c4. Нападать. Вот это правильно делает Савченко. Важно нападать. Шах и взял на h7. Взял на h7. Так. Ну, по-прежнему позиция выиграна. После конь d6, конечно, меня смущает, что пешка на b5 теряется. Вы знаете, в этой позиции ничего еще не ясно. Просрочил время, время сжигалка. Ну что ж ты делаешь, Сергей?